Театр и зрелище, и школа для народа. Будить сердца людей, вот в чем его природа. На путь неправедный он не дает свернуть. Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. Волнуя и смеша, он заставляет снова обдумать прошлое и смысл пережитого. На сцене увидав правдивый образ свой, смеяться будешь ты или плакать над собой. Узнаешь, жизнь твоя светла или непроглядна. Вот это верно в ней, а это в ней неладно. Развить захочешь ты достойные черты, так новой мудростью обогатишься ты. Если ты хорош, то только лучше станешь. А если ты дикарь, из темноты воспрянешь. В театре рангов нет, там так заведено. Ты господин или раб, театру все равно. Он чист и величав. Ведет он к светлым весям, свободен и широк. Он свят и независим. Он благонравия храм. Он знания дворец, наставник для умов, целитель для сердец. Но следует ему блюсти одно условие. Родной народ учить с терпеньем и с любовью, из древа мудрости срывать тогда лишь плод, когда он красоту и зрелость обретет. Всех поздравляю с Днем театра!